В Верховной Раде Украины сегодня, 14 июля, чуть не возникла драка из-за того, что депутат партии Возрождения Виктор Бондарь назвал правый сектор вооруженной бандой. Он заявил, если правый сектор – это партия, то она должна заниматься политикой. Сейчас это, по сути, вооруженная банда, которая не имеет отношения к правоохранительным органам и делает все, что хочет. Тут возмутился депутат Владимир Поросюк. Подбежал к трибуне, пытался сбить микрофон, кричал «какой бандитизм!» и хотел даже ударить оппонента. Ситуация была решена мирно после вмешательства других народных избранников. Напомню, что 11 июля бойцы правого сектора в Мукачево вступили в перестрелку с украинской милицией. Попытка решить силой конфликт привела к тому, что в регион пришлось стягивать силы спецназа и нацгвардии. Экстремистская организация «Правый сектор» в России внесена в список запрещенных.